Друзья, всем привет! Отдали мне прошлогодних орехов. Говорят, на, забери свиньям. А им так нравится, они. Я вот это накидаю, и мы с Катей сидели вчера, по-моему, что им дали. И такой по всему сараю шум, они хрустят все. Ой, мне аж самому захотелось. О, друзья, я им уже немножко, ну так, слегонца, я им там каждому по 3-4 штучки кидаю. О, не рыжушки нравится всем. Тайсон пришел. Да, он такой, видите, играется. Видите, значит, все хорошо. Вот такой котик. Чик. Чик. Немножко творожку им принесли. Такой он обветрился немножко. Мы уже такой не хотим есть. Балованные мы. И, друзья, хочу рассказать по поводу кошки. Завтра получается ровно 3 недели после того, как мы сделали ей вакцину от бешенства. И этот. Получается, нам сказали, врачиха нам сказала вот это. За 1-2 дня наберете, позвоните. Ну, чтобы предварительно договориться. Ну, я думаю, завтра ровно 3 недели, ну, 21 день получается. Сегодня, думаю, наберу. Начал звонить, звоню, это врачиха говорит. Это, друзья, государственная ветеринарная там в Балаклеевском нашем районе, там, ну, главная, грубо говоря, вот так вот я могу объяснить. Я звоню, этот врач говорит, которая нам сказала, что она будет делать операцию, все. Она говорит, я уже там не работаю. Она говорит, звоните прям в клинику. Нашли мы в интернете номер этой клиники опять. И начали звонить. Звоню. Объясняю ситуацию, что мы там приезжали 3 недели назад, там бу-бу-бу, ла-ла-ла. Что, ну, хотим завтра приехать стерилизовать кошку. Она мне говорит, это лаборатория, вы не туда. Давайте я вам номер скажу, позвоните туда. Думаю, хорошо. Звоню, она мне говорит, другой, но по другому номеру в эту же клинику. Или лечебница, как ее правильно назвать. Или Шарашкина контора, скорее всего. Берет какая-то женщина, уже вторая. Вы не туда попали, вы с мобильного звоните. Говорю, да, с мобильного, перезвоните еще раз. Хорошо, на этот же номер, перезвоню. Берет еще, третья уже женщина. И говорит мне, что, мол, у нас врач уволился, то все, 5-10, то есть никак. Говорю, подождите, а зачем вы там 3 человека, друзья? Уже 3 человека там мне ответило. То есть вас там минимум 3 человека. Анализы я звонил, когда поросят, это, Матильда родила мертвых, отвезти, не делаем. Потом кровь хотел я отвезти тоже, ничего мы не делаем. Я им уже вот так прямо, уже последняя это, и она больше всех пострадала от меня. Я говорю, а зачем вы вообще нужны? То есть они все делают, чтобы ехать в частную ветеринарную вот эту вот больницу. То есть мы так и сделали, позвонили. И получается там на 200 или на 300 гривен выйдет дороже. Но дело не в этом. Они промотали нам сколько вот нервов и ничего не добились. Понимаете? Вот вам и государственное учреждение. Ничего не добьешься. И это, скорее всего, врач этот уволился, потому что мало платят. А убрали бы вот этих двоих, которые сидят там, просто ничего не делают. И эту зарплату отдали бы врачу. И врач бы с удовольствием бы работал. И делал бы операцию. И не было бы бездомных котов, бездомных собак. Вон мы смотрим много бездомных собачек маленьких. Потому что вот ситуация. Сейчас мы прозеваем, опять она станет, покроется фурия. Все, еще котята. Куда их девать? Сколько? Да, ну 4 штуки, да, мы уже, ну как бы уже привыкли к ним, никуда не денемся. А остальные, допустим, еще приведет 4-3 штуки. Куда их девать? Людям не нужны они. А государственное, государство должно делать бесплатно вот это все. Они с налогов живут людские.
Вот и все. Друзья, я извиняюсь, конечно, я вот это уже, у меня просто сил нету, я хотел, потому что многие будут интересоваться по поводу фурии. Но уже мы договорились, завтра поедем, но еще не на 100%. Поэтому завтра вам все расскажу. Да, кабаны, нравится вам? Нравится им всем, нравятся орехи. Но я много тоже не даю, они прямо со шкаролупкой их едят. И шахиня. Друзья, укололи мы шахини и вермектин. И этого катазала привязывал ее. Может, когда-то покажу, как мы ей делаем уколы. По-другому не получается. Вон веревка висит. Вот синяя веревка. Сейчас я вам немножечко поближе покажу. Вот это я ее брал за пятак. Вот сюда до этого столба. Катя держала веревку, подавала мне уколы, я колол. По-другому ей колоть нереально. Шахинечка. Поэтому ничего, ни яйцо, ни молоко, ничего ей не помогает. Пришлось вот таким вот методом. Ну, как и в том станку, мы же тоже так же ей кололи. Вчера, друзья, я не убирал. Тут было грязно. Сегодня вот поубирали с Катей, паутину посметали. Я позавчера, все-таки мы ездили по полям. Я говорил, что буду ехать. И проезжали там возле той женщины, которая впрямляет спину. Ну и после него нельзя ничего делать. Я поэтому вчера даже не чистил. Сегодня с утреца почистили, да? Бандиты. Вон. Им тоже кинул. Ну, они, видите, они не могут их раскусить. Ну, ничего страшного. Да, им надо поразбивать. Наверное, поразбиваю. Сегодня хочу сделать назад вот это корыто. Соединю. То есть оно было длинное, я его разрезал, сделал, думал два буду делать, но теперь придется для них соединить. Да, да, ребятня. Вот такие вот они. Собачки все хвостиками машут. Скоро им будет уже 2 месяца. И надо будет их, ну, от паразитов дать им. Чтобы у них не было. С этими, друзья, номер не прошел, ну, как у этих. Лампу этим только я, мелким, только лампу повесил, все, они сразу перестали сюда ходить в туалет. А эти нет, не работает. Все, они уже туда привыкли ходить, и уже ничего не сделаешь. Да, Браун Бёрн? Колбаса. О, эти все съели, только одни шкаролупки пооставались. А те, которые помощнее, едят все. А ну, шахиня съела все. Да, видите, не одна, она даже шкаролупку поела. Еще хочет. Вон у тебя лежит один, вон лежит. Она-то его потом найдет. Так, опачки. Здравствуйте, ребята. Так, друзья, где она? Хочу показать вам ее. Что ты язык мне показываешь? А? Что ты язык показываешь? Так. Сейчас, друзья, найду я ее или нет. Так, ага, вот. Курочка, здрасте, друзья. Писали, что она там болеет. Она просто... Это самая старая курица. Ну, одна из старых. Она... Еще вот опухнастая. Видите, ей тяжело уже. Она очень старенькая. Она самая старая курица у нас. Ну, одна из старых. Утят, друзья, загоняли на ночь сюда позавчера. Вчера уже не стали загонять. Пускай там у себя живут. Потому что там загнали, закрыли их. И их за ночь поклевали. Не знаю кто, я не видел. Я вчера дезиспреем их попшикал. Вон, спины поклевали. И некоторым голову. Но здесь, вот они уже больше суток здесь опять на улице. Здесь их никто не кусает. То есть здесь у них есть возможность убежать. Вон, видите, курочка, здрасте, она хромает.
Ну, видно, что старенькая курочка. Тут уже никуда не денешься. Против природы, как говорится, не попрешь. Вот такое сено, откос тоже я кидаю гусям. Вон у них уже там бассейн образовался. Водичка есть. Короче, гусям нормально. Дожди пока не предвидятся, поэтому я сильно не переживаю. Но хочу им сделать тоже вот сюда шифер какой-нибудь положить, у меня есть. Вот те два штуки, и потому что вот эту штуку надо... занести, ну, пресс для сена занести вовнутрь, потому что вот уже огород вот этот хотят уже пахать. Попросила меня занести. Ну, я уберу, он мне там пока, в принципе, не мешал, но надо будет его уже убрать, чтобы трактор заезжал ближе сюда. Вот так вот. Гуси-лебеди. Так, да, друзья, вы написали там, что короткая, вот эта и вот короткая шея. Точно так, как и у старой гусыни. А то, походу, два гуся. И который у нас был, и вот этот, видите? Это мне написали, видать, люди, которые соображают, что у этих, видите, коротенькая шея. У этой, вот эта старая гусыня, и у этой короткая. Длинная и длинная. То есть, гуси-лебеди, два штуки, то гуся. Поэтому, скорее всего, вот это останется. Вот это и гусь. Вот он, серый. Нам, друзья, пока не столь важно там порода. Я думаю, он тоже крупный. И это, и эти крупные гуси. И от них получатся нормальные гусята. Нам много не надо. Буквально там, я же думаю, штук 10, если выведет, то хорошо. Больше не нужно. Ну, больше получится, значит, хорошо. У этого, друзья, вы там многие написали убрать. Я хоть сетку и поставил, вот кусок, но все равно, ну, видите, он сидит наверху. Вот он с этими путами, он просто, немножко мы ему ограничили движение. Все. Вот так. Видите, он прыгает, ходит, просто он не может сделать большой шаг, широкий. И все. Ничего у него там не давит, я проверял. Я думаю, что он не мучается. Ну, ему неудобно. Но чтобы он не мучается. Просто ему неудобно ходить. Вот и все. Так, ну, утят. О, ребятня. И узнаем уже, не будем связываться с этими государственными учреждениями. Узнаем завтра за вот эту кошечку. Ну, я вам все объясню, расскажу, друзья, завтра. Как оно пойдет. Договорились с... после обеда ехать. Так что такие дела. Ну а сейчас с Катей мы остались здесь. Поубирали паутину. Сейчас начнем белить. Может, пару загончиков еще побелим. И, ну, Катя будет белить, а я хочу забетонировать. Буду испытывать бетономешалку. Под печку пока месть. Поубираю сейчас там весь хлам. И буду заниматься. Так что такие дела, друзья. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока, друзья.